Вас приветствует канал Fire News. Тело 26-летней онлайн-игрока в покер Лилии Новиковой, более известной в сети под псевдонимом Лия, нашли в ванной комнате в собственной квартире. Родственники начали волноваться, когда Лилия перестала выходить на связь по телефону и попросили соседку девушки проведать ее. Та и обнаружила тело. По предварительным данным, киберспортсменка погибла от удара током во время того, как сушила волосы в ванной. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Лилия Новикова запускала игровые стримы в интернете, играла в интернет-покер, вела YouTube-канал и социальные сети. Девушка увлекалась боксом, греблей, стрельбой из лука и кулинарией. Новикова умерла незадолго до своего дня рождения. Спасибо за просмотр.